Привет, друзья! Сегодня у нас 16 апреля, солнечный такой день, 23 градуса у нас сегодня. Завтра, послезавтра уже будет 30, вот вышел немножко погулять. Решил снять вам вот такой у нас есть супермаркет. Вот это его парковка. Тут на парковке даже вот цветы, маленькая клумба такая. А называется... Вот, если видно, солнце падает. Если видно название Smart and Final. Ну, это, в принципе, переводится как умно и финально. Это супермаркет, где все находится в больших объемах. Не как в обычных. И там цены как бы дешевле. Но я мало что здесь беру, потому что в других супермаркетах можно брать и дешевле, когда есть скидки. Вот смотрите, люди по две тележки набирают. Все в больших объемах. Здесь очень многие берут для вот столовых. Для столовых берут, для пикников, когда много. На улице даже стоит вода вот такая. Упаковки по 24 штуки. Но это маленькие, есть по 35 еще. Вот. Вот такой большой супермаркет. Это овощное фруктовое отдел у них здесь. Там цветочки немножко есть у них. В каждом супермаркете есть цветы. В больших объемах. Кокосов поштучно. $3 штука. Это холодильники, сыры всякие, сметаны. Вот это все холодильники, там вот это по всей длине. Не хочу много времени у вас отнимать. Хочу просто показать, что я здесь беру. Вот такой касса. У нас все разлинованы места, чтобы близко не стояли. Вот так размечены. Те, где должен стоять в очереди. Это ликероводочный отдел такой. Но я здесь никогда не беру. Здесь цены неприемлемые такие. В основном я что здесь беру? Я вам сейчас просто покажу. Вот я беру здесь такой жидкий порошок. Для стирки. Называется Оу. Он очень хороший. Вот сейчас он $12. Но я беру их по 10, когда на сейле побольше. Это все вот такое хозяйственное отдел. Excuse me. И вот здесь все такое. Пакеты разные, моющие средства. У вас тоже есть это, наверное. Вот такие я беру вот эти мешочки. Тут 200 мешочков таких для мусора, $13. Я за $10 беру, когда носили по несколько штук. Тут 200 штук, их надолго хватает. Вот это беру. Что еще хотел показать вам? Ну, здесь вот такие все воды, соки. Вот этот отдел. Вот такие. Питьевая вода во всяких резервуарах, кто какой хочет. Ну, эти вот эти газированные воды, мы их не берем, они сладкие, сахара много, это вредно все. Чипсы в разных упаковках, по 30 штук, по 50 штук, вот наверху пакеты. Очень хорошие, я не знаю, у вас есть вот эти сан-чипс, я очень люблю. Они очень вкусные, они из 100% зерна сделаны почти. И они разные модификации есть. Есть французские, с французским луком и со сметаной. Я люблю гарден сауса. Они такие остренькие, приятные. Огородная сауса. Вот это хороший. Вот по 50 штук упаковки. Они небольшие, маленькие. Я беру большие упаковки, так дешевле выходит. И быстро у меня уходит все равно. Вот это мясные продукты вот в этом отделе.
всякие вот отделы. Они вот все нанумерованы, что вот тут для пикника все здесь. Здесь вот угли для пикника, для мангалов. Так, это хотел показать вам, что я еще здесь был. Вот все такое. Вот смотрите, это все вот это пластиковые кулечки всякие для еды. Я здесь беру в основном вот эту алюминиевую фольгу, вот эту. Вот видите, они все по размерам 75 скверфит, 25 скверфит, квадратных фитов, футов. Фут это 30,5 сантиметра здесь. Разные марки. Вот я беру обычно, которые 200 скверфит, они выгодно брать и надолго хватает. Но что-то ее здесь нету, вон есть по 500. Это листы алюминиевые, 500 штук. А вот этот, это алюминиевая фольга, 1000 скверфит, видите, огромная. Она обычно для столовых ее берут. Тут разные фирмы. Разные фирмы. А вот этой сейчас нету, которую я беру. Хорошо, я взял тогда много. Вот это беру. Соки разные хорошие здесь бывают. А да, вот где-то я брал здесь упаковки. Сейчас я посмотрю, я уже не помню. Ананасовый сок. Они в маленьких баночках. 100% ананасовый сок. Очень вкусный он. Вот видите, это ананасовый сок в банках больших. Литр 360. $2. Вот. А я беру вот такие по $12 упаковки. Если посмотрите, вот такие они. Маленькие баночки. Общее количество, если все, 4 литра, 4,225 литра. Вот такие маленькие баночки. Здесь их 24 баночки по 6 флюинт унций. Унция это где-то 29 миллилитров. Вот посчитайте. Это очень маленькие, вот такие маленькие баночки они. Вот такие маленькие баночки. Очень удобно. За один раз открыл, выпил, не остается. Правда, немножко дороже, но очень удобно. Вот у меня жена очень любит, я покупаю вот такие упаковки. Тут разные есть. Вот смотрите, V8 это очень хороший сок овощной. Тут смесь помидоров, морковь, сельдерей, даже вон свекла. Они очень вкусные бывают, я тоже их люблю. Но я беру побольше баночки немножко. Вот такой супермаркет у нас. У вас тоже все самое есть, но просто вот этот у нас отличается, что здесь как бы вот видели, да, вот такие упаковки большими. Упаковками люди берут. Здесь много приходит кто брать, в основном для столовых, для ресторанов, кто какой-нибудь пикник делает. Вот посуда много всякой для пикников. Вот смотрите, такие закрывающиеся. Все, 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 что хотите. Вот. Вся эта посуда для пикников берут они, чтобы на пикник одноразовые, поел, выбросил. Вот. Это вот угли, это смесь зажигательная для углей. Даже дрова продают. Это мясной отдел. Чистенько, аккуратненько, очень прохладно. Я вот в рубашке с короткими рукавами вышел, жарко, а вот здесь замерз я. Это все вот соки апельсиновые любой фирмы. Натуральные, такие есть, не натуральные, натуральные. Это все холодильники. Вот этот ряд и тот ряд холодильники у нас тоже. Вот это такие открытые холодильники. Очень хорошие вот это... Chicken Wings, это крылышки куриные, они разделенные на части и заморожены отдельно глубокой заморозкой. Очень хорошие, их вот так вытащил, уже готовые. Положил в духовку на противень, поджарил, очень вкусные крылышки куриные. Вот это большая упаковка, видите, здесь 10 фунтов
4,54 килограмма. Ну, 4,5 килограмма. Это большая упаковка. Вот это все тоже, все замороженные такие части курицы разные. Целые индюшки такие замороженные. Креветки готовые, замороженные. Они уже приготовленные. И что-то разморозить, и можно вот кушать. Где очищенные, сваренные. Разные фирмы креветки тут. Вот. Вот видите, вот такие переносные холодильники для пикников. На колесиках с ручками. Набрал туда льда, воды, банках, что хочешь. Разные формы, объемов. И на пикники тащат люди. Видите, тут упаковки вот Кока-Кола. Такие маленькие бутылочки, по 24 бутылки упаковка. Вот это как-то я не помню, вот есть такой, такая фирма, Gatorade называется, очень энергетический напиток такой, очень вкусный они. Сын когда болеет, он всегда его пьет, он помогает. Gatorade фирма называется, вот такой значок G. Между прочим, все профессиональные баскетбольные лиги, игры проходят, они все пьют это, у них в стаканчиках разлито, уже лежат на подносах, они все время пьют его. Вот есть, это апельсиновый, это лимонный, разные есть, колбу, разный кто какой любит, фрост, это как бы типа такое снежное что-то, фрост. Разные фирмы, разных цветов, ну одна фирма одна, а вкусы разные просто, добавки. Вот это вода такая, Perrier, газированная, французская, очень хорошая, я ее беру. Я ее беру по 4 штуки в одну, здесь много. На сейле бывает она по 2 доллара, одна упаковка 4 штуки. По 50 центов выходит, здесь, наверное, чуть дороже будет. Очень хорошая газированная вода французская. Вот такой небольшой вам обзор, правда, уже большой получился. Ну, так получается, не получается. Вот видите, лук в таких объемах. Коричневый, обыкновенный, белый, красный. Картошка вот в таких больших мешках. Очень большая упаковка. Ну, это 22 килограмма. 22,7 килограмма. Вот есть такие маленькие упаковки. Все есть. А здесь уже на развес набираешь, сколько себе надо, берешь. Вот я говорю, что здесь в основном клубника у них бывает иногда очень хорошие цены, и у них вкусная бывает клубника. Почему-то вот именно у них я беру. А так в основном я беру вот фольгу, вот этот сок ананасовый. Беру это жидкий порошок для стирки. И кое-что еще, если попадается по хорошей скромной цене. Вот я и беру. Ну, на этом, думаю, буду заканчивать. Пойду дальше гулять. Если что-то интересное будет, еще сниму. Вот. Кукуруза штука 69 центов. Я в другом магазине взял 3 штуки за доллар. Бывает и 4 за доллар по сезону, 5 за доллар. Ну, что интересно, кукуруза у них невкусная, как у нас там. Она вся белая какая-то. Не такой вкус, как вот наши желтые хорошие кукурузы. У них в основном белая всегда, почему-то, не знаю. Ну все, ребята, пока.